Red Inscription, Симку. Сегодня я более такой настроенный. Вроде выспался. Вообще, вот я супер идеально продуктивен утром. Вот. Все. Так, что у нас есть? Нам осталось, на самом деле, только пройти этого чудика и сделать вот так. Кто пчелок уважает? Так, дадут пчел сразу? Не дали. Так, волчонок импой, кажется. Лещий костер осветил лица выживших. Ладно. Все, не отвлекаемся. Нам надо это. Нам надо жестко вынести всех. Блин, вот этот имбойка. Бэ, плиз, можно на 2 прокачать? Если он будет 3-2, это будет супер имбой. Все, уходим. Уходим. 3-2 имба. 3-2 выглядит супер имбой. За 2 косяшки. Салют. Так, что у нас есть? Я пытаюсь теперь думать, что мы можем сделать. 3 урона так. Угу. Угу. Ну, то есть, если я поставлю сейчас, там, например, волчонка. Потом он поставит этого дикобразыча. Он убивает моего дикобразыча, точнее, моего волчонка дикобразычем. Типа, есть ли смысл пропустить, например, ход? Или, например, сюда поставить, чтобы потом задефать этих. Типа есть. Мы просто ставим сюда волчонка напротив. И все. Вообще нечестно, бля, 2 карты ставят. Это что такое? Окей, мы типа хаваем это. Но при этом мы сейчас ставим очень много карт. Ставим белку. Сюда мы ставим вот так. Сюда мы ставим вот так. И типа мы все выносим. О, умом. Начал думать. Ой, прям много в запас. Так, кстати, надо отойти взять еще... Али, я уже взял. Я уже взял. Ну ладно. Так. Или мы хотим пчелу, чтобы, ну, сделать, как там на картинке показано. Сорока. А, ну так-то сорока имба. Ну, блин, имба, когда у меня есть имбовая карта. Можно только взять на будущее и не использовать ее. Так, апнуть еще карту. А, я могу... Я могу... Так, дайте скилл сороки на кого-нибудь повесить. Бля! Это супер имбой сейчас будет. Ее апнуть еще, блин. Еще на хпшечку разочек апнуть будет супер имба. Все, я типа делаю вид, что думаю. Малорослый волк. Что с ним, я не понимаю. Типа это нос, усы. Так, опять же, мы можем пропустить ход. Точнее, не пропустить, а типа... Этих пропустить, поставить, например, сюда. Ну, давай. 2-2. Угу. У меня есть белка еще тут. Жаба. Давай так. Окей, ставим белку. Горностая тогда сюда. Этого сюда. Чё?
А это я мог из колоды еще взять, точно. Ой, так-то выглядит эмбой. Обнуляет дэмэдж и еще сверху бьет. Найс. Окей. Принцип немного понял. Останутся только боссы. Первый, окей, изичный. Вот охотник, я так и не понял, что там. Мне все не нравится. Слишком дорогие карты. Хочу сделать резьбу. Но если на белок наложить артефакты, будет вкусно. Так, белки. Что это такое? Если ваше существо погибает в бою, карта с этим символом автоматически встает на ее место. Лол. Карта с этим символом автоматически... Из руки? О, так это бесконечный запас белок. По идее. Так, что тут, волчонок? Ну, мы можем пока его пропустить. Просто нанести дамагу. Увы. Угу, вот это неприятно. Все, ставим белку. Этого убиваем. Этого наносим дэмэдж. Это просто пусть дэмэдж наносят. Так, и плюс могу взять какую-нибудь карту. Ну, кстати, выглядит неплохо. Халявная карта. Че я хочу, воробья или волчонка? Наверное, волчонка. Вообще чувствую, что я уже выиграл. Ну да. Так, это продавец с шкурами, но у меня шкур нет. Это выбираем это. Блин, хочу карту. Дайте еще некита. О, улей. Интересно, повезет. Так, там белку и улей. Возможно, летал, призыв или спастись. Давай, возможно, летал. Вокруг тебя сгустился ледяной туман. Ну ладно, этого мы уже знаем. Лимонный коньяк, бля. Ну, здравствуй. Так, окей, пока живем. Опять же, тут у нас койот, можно их пропустить. Поставить, например, сюда карту. Поставим сильную. А, нет, не сильную поставим. Поставить слабича. Густой дым. Ну, типа, кстати, если мы его сюда ставим, он не умирает, а потом убивает даже койота. Типа халявно, по сути. Да, проблемка, конечно, есть. Пока так сделаем. Ну, гадюка, блин. Неприятно. Окей, найс. Вот теперь можно играть. Хотя бы у меня будет место. Волчонок
Волчонок добивает, потом становится 3-2. И классно вкусно, классно вкусно. Сейчас еще мула добьем. Воробушек. Где плюс карты? О, этот не добьет. Найс. Есть шансы. Ну окей. Seems good. Ну, даже без имбовых карт будет вкусно. Ну все, я начал умом. Гайда не смотрел, если что. Реально решил просто немножко подумать. А, вьючная крыса. Ну, блин. За два она... Это, конечно, дорого. Это тоже дорого. Амальгама. Но у нее есть скилл, который можно потом навесить будет. Так, жить-жить. Еще улей. Ну-го. Потом, может, на грибах. Грибов, правда, не вижу. Вот это грибы. Блин, а у меня нет мест. О! Блин, на улей стоит... Окей. Окей, что-то произошло. Теперь выиграть бы. Было бы славно. Кажется, я проиграл. Из-за этой фигни. Бля, надо было тырить карту. Выживу. Вроде выживаю. Вроде выживаю. Ну, найс. Ну, unlock, но повезло. Вот это что такое? О, грибы, найс. Подожди. Ладно, сейчас надо встать. Нет нужного. Можно ничего не брать? Ну, возьму черепаху. Просто так. И чё? Что мне это дало? О. А, ты вытащил это из той картины маслом. Похоже, мои карты тебе уже не устраивают. Допустим. Так, что значит? Только это имба. Вот это уже интересно.
уже интереснее, чем улей. Ой, потом еще улей можно будет. АМБХ еще что-то. Угу. Так, думаем. Пропустим это. Поставим. О, кстати, можно сделать жабича. Можно жабича сюда поставить. Он один фиг не пропустит пчелу. А жабу один раз пропустим и поставим, например, волка. Seems good. Это падла, конечно, еще там. Так, окей. Но мы, к сожалению, не можем ничего сделать. Это дрочь лютая. Ну, нам надо, чтобы он убил, да? Когда карта с этим получает урон. Нам надо, чтобы он бил. А вообще... Можно у него стырить эту карту. Да, надо было... Вот это я хорошо придумал. Пчелыч! О, нифига у меня пчел теперь будет. Пчелыч. Поставить пчелыча сюда. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Ставить вместо этого вот сюда. Не супер сильно, не супер сильно. Но дэмэдж есть. Ну все, я думаю, мы сейчас победим. Черепаха. Угу. Короче, можно поставить вот так черепаху сюда и добить сюда пчелой. Да убей! Найс. Так, ну я хочу еще грибы. У меня есть улей. Ой, это что такое? О, я теперь могу менять. Бля, надо было посмотреть сначала, что там. Когда на доске появляется карта с этим символом, вы получаете кролика. Ну, выглядит все мега плохо. Супер-мега-пупер плохо. Я, кстати, не знаю, А три копии что-то произойдет. Ну, 0-4. Так, это можно пропустить. Хотя можно и выдру поставить сюда так-то. Выдру он не ударит. Реально, можно сюда выдру поставить, и так будет профитней. Она прячется. Он бьет так. Выдра атакует. Хочу, наверное, белочку поднакопить. Еще белочку. Поставить... Так, черепаху. Ну, вроде...
Бля, шанс есть выжить? А я умер. ГГ. Ну все, просто невероятный засер карт. Я никак не могу крутить деку. Оп, настройка пальцами ног. Так, ну... Мне точно уже не нужен будет этот гриб. Можно будет усилить карту. Так, атака 4. Испытание мудрости. У трех случайных карт должно оказаться три разных символа. Ну, не дает. Так. Бам-бам-бим-бим. Кому я хочу увеличить? Ну, вот сюда, кстати, увеличить бы... Ой. Ну, один разок. Больше боюсь. Ну, погнали. Главное копить белок. Что с этим делать? Как ее убивать, эту карту? Я не понимаю. Она летающая, плюс еще скрывается. Пусть тут стоит, не знаю. Засер. На тебе белку. Надьте белку. Надьте белку. Окей, найс. Взял, засрал мне еще тут. Я могу сделать так. Могу призвать вот этого чела. Могу его поставить вот так. И сделать веер. Летал. Уга-буга. Так, окей. О, он мне восстановил одну эту штуку. О, seems good. Странная личинка. Во что она превращается, я не понимаю. Ну, давай тебя. Ой, пока идет все хорошо.
Такс. Ну, сюда. Шипигор. Бля, ну он дорого стоит. Очень дорого стоит. Гризли тоже не варик. Волк. Белорог тоже норм. Дефолт белку взять или вот этот? Белка. Белорог. Кто у нас тут? Олени, которые передвигаются в ту сторону. Ну давай пока так. Бля, он еще превратился. Сукич. Сукич-пукич. Почему я карты бафать не могу? Это несправедливо. Нужен летал. 4. Ставлю сюда 4. Сколько там? Да, по-моему, летал. Если типа 4 дэмэджа нанесу. Бля. Короче, на всякий случай. Найс, ровно. Или неровно. Ура! Наконец-то повезло. Так, что дают? Говно. Бесконечные крысы. Но они дорого стоят. Выдра с реликвией пойдет. Дешманская выдра с реликвией. Так, можно получить какой-то мини-бафыч. Я хотел избавиться от черепахи. Дорогая, бесполезная. О, сколько здесь? Вся моя колода? Серьезно? Ладно, нет, пойдем дальше. Так, олени получают уход. Бля, ну этот олень, это пипец. Мне надо как-то супер вынести его быстро. А я выношу его, подожди. Раз. Ставлю так, ставлю так. Беру сюда. Вот так. Сюда, давайте еще что-нибудь. У меня дешманская есть. Нету. Можно взять, например,
Ну вот этого. Ну по идее летал. 5 же дэмэджа надо всего нанести. Вот и все. Летал. Ну вот эта карта прикольная. Хочу глянуть, что тут. Нихуя. Ну вот олененок, кстати. Потом превращается в оленя. Олененок типа еще норм. Так, мани. Летальный веер. Так, кролик, олененок. Та олененка я, наверное, тоже хочу быстро поставить. Да, надо горностаича. Я уверен. Все равно слава. Так, что-то больно. Я не знаю, я живу. Окей, я выживаю. Белка. Вот у меня вот эта параша стоит и мне все портит. Ладно, затанчим ульем. Неприятно. Ой-ой. Воробей. Да, я тут сейчас потеряю. Ну, бля. Может, проиграть? Пофиг, не страшно. Вроде не страшно. На боссе все равно одно хп. Не все. Я не понимаю, как их юзать. Когда такой засер в руке, и тебе просто ничего не приходит. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Блин. Но это может быть убийственная карта на самом деле. Какая-нибудь вот такая. Она будет просто все уничтожать. Еще бы чтоб она пришла. Так, охотник. Надо не спешить. Так, есть эта крыса. Странная лягушка. Кажется, с этим символом блокирует
Когда карта с этим символом появляется, что она против также умирает, а вы получаете пушину. Пушнину. А почему они сразу стоят? Ну чё мне делать? Я не понимаю. Если я сразу глаз отдам, я по идее выигрываю раунд. Бля, кто кого побеждает? Если я хожу первым, то вот это точно, да. Все? А что такое? Что? Вот во что она превратится, я не понимаю. Я не понял. Я 40 минут ничем не занялся. Что, просто чего я добился? Что это такое? Ну так это вот это имба. Так вот куда надо идти. На карты мертвых. На карты с мертвым черепком. Я просто ничего не понял, как его победить. Как? Что? Что нужно было сделать? Я мог... Я думал, я мог 4 карты взять, чтобы типа ребус, что типа бам-бам-бим-бим-бим. А в итоге я беру одну карту, и меня вот эти все выносят. Чё? Велорок. Так, ну точно не сюда, надо посередине ставить. Он еще и двигается. Так, ну окей, я теперь понял, куда надо идти за картами. Больше такого нету, да, у нас есть охотник. Ну, и... Надо, кстати, взять зубы.
Что за колечки? Не, пойдем за картами. Не хочу дорогие карты брать. Мечта сбылась. По-моему, это вин. По-моему, это вин. Уйти, конечно. По-моему, это вин. Блин, он тоже стоит капельку, блин. А, у меня еще некет. Ничего не стоит. Но это тоже сильно. Найс. Так, а что вон там? А, зверь. Так, здесь можно получить симву какую-нибудь. Ну, погнали. Так, ну зеркало мы уже находили. Сорока. Сороку берем. Вот, тут можно ее скилл, кстати, переделать. На кого-нибудь. О, имба. Имба для белок. С белками имба. Да, вот так пойдем. Вроде пока все хорошо. Голдфиш. На голдфишечах. Может, надо было пупси что поставить? Ну, вроде все нам. По-моему, вкусно. Белая акула. Блин, ну дорогая. Дорогая, блин. Так, находку сороки. Да на какого-нибудь вот этого, на Никиту. Бля. Выглядит сильно. Тут проблема, что он убивает мои карты, поэтому суперсильное сразу в начало ставить не хочется. Типа вот этого вот это я в начале ставить явно не хочу. Вот это можно сюда. Вот это можно сюда. Пока ждем. Кукушмуля.
Надо что-то дэмэдж чем-то нанести, но я не хочу засирать стол. Вроде и так сработает. Да, нормально. Даже оставили место для имбули своей. Так, что делаем? Белка. Где у меня мои карты сильные? 4-6. Ну все. Странная личинка. Ну, го, не знаю. МБ что-то там сильное есть. Вообще побольше бы мест, где можно отдать карту за всякие приколы. Так, что у нас там? То, что мне прям нужно, нету, да? Рандомная карта плюс усиление, наверное. Ой, сейчас усилю. Хонкс. Ну, жабу, не знаю. Сейчас какого-нибудь перса усилю. До пятерки. Блин, нет, это ХП. Он шарит, он шарит. Блин, вот удаление карты. И тут есть еще усиление. Ну, наверное, да, придется так идти. Ну вот, у меня типа каждый раз летал будет. Супер быстрый. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Угу. Вот эту штуку, кстати. Блин, вообще капец. Тоже накинуть на кого-нибудь. Накинуть, не знаю, ну вот на этого. Такой халявный 4-4. Будет просто из руки выпрыгивать. А усиление, наверное, хочу. Там будет засер шкурами. Вот это неприятно. Так, это летал. Пока все супер везет. Усиление хочу. Ой, там продать сразу можно будет. Найс. Не будет засер шкурами. Найс. Еще какие-то сейчас сильные карты возьму. 5 плюс 2 хп. А он не даст. Он не даст 5 прокачать. Ну давай. Летал? Похоже. О, я могу еще найти карту этим. То есть...
Он так не так призывается. Если ваше существо погибает в бою, карта с этим символом там еще встает на его место. А, видимо, только в бою. Ну. Можно вот эту взять. Амеба, длинная олень, амальгама. Могу длинного оленя возьмем. Не хватает просто карт за костяшки. Так, ну что, дэмэдж? Хватит мне хп свой. Опять хп. Он не даст мне прокачать. Он понимает, что это летал. Он мне просто так не даст. Даже не знаю, вот это взять, прокачать. И какие рыбак легкий. Пахнет. А, бля, у меня летал был. Но у меня и так летал. Окей. Seems good. Бедное брошенное дитя. Оно не умирает, если принести ее в жертву. Но хватит ли у тебя духа это сделать? Го личинку. Не знаю, во что она там превратится. Но го прокачаем. В общем, пахнет очень странно. Как будто кто-то насрал. Мне на стол. Так, продумываем маршрут. Прокачка. Может, все-таки даст прокачать дэмэдж? У меня дешманские карты. Да. Но на самом деле даже хорошо. Не будет огромного засера в колоде. Ура! Ой, блин. Все, это летальная карта просто. Ну, так, еще бы костер. Все, нахожу эту карту, ставлю, она просто ваншотает. Желательно в начале. Проверяйте. Проверяйте, ничего не дали.
дали какую-то гигахерню. Что? Все, я сдох. Псец. Просто пипец. Там еще одна прокачка была. Альфа. Карт с этим символом ударит существам по сторону одну единицу сил. Блин, случайно ее взял. Не хотел. Так, ну мне очень нравится вот это. Бессмертие. По сути, бессмертие тоже какая-то имбулька. Просто ее надо будет ставить. Подожди. Карт с символом выживает после принесения его в жертву. Подожди, если это работает, как я представляю, я ее просто кидаю, ставлю. Оно у меня просто бесконечно... бесконечно в руке. Да? Сейчас проверим. И оно просто у меня бесконечное в руке будет. Ну вот, смотрим. А, нет, оно тут бесконечное. Говно. Хотя... нет, супер говно, бля. Она супер говняная. Ну, если только вот так. О, нет, это супер говняная карта. А что за пчела, откуда она у меня? Я не могу ее так сделать. Ну ладно, отлетал. Бля, она выживает так. Я думал, она в руку возвращается. Фак. Пойти поискать новую карту. Бля, мне теперь нужно опять трещиться. Потому что кролики были супер имбовые. Ну, не страшно. О, там рещица впереди. Везуха. Супер везуха. Кого я хочу? Вот эти у меня... вот этот летун вообще лютый. Го его. Окей, везуха. Верну кроликов. Что, потому что вот, вот кролики имба. Блин, чуть не нажал. Кто у меня? 4-6. И у меня монетки типа не дают за это. Это же супер непрофитно. Это везуха. Я накоплю 8 вообще. Могу в теории. Ну это такой засер. Можно ничего не брать. А пусть будет сильная карта. Спасибо. Не, кролики имба, берем кроликов. Кролики супер имба. Охотник. Ну здравствуй. Вот бы еще повезти, чтобы было.
Пока не сильно везет. Трапа. После него трапа остается. Окей. У меня и такая штука есть. 7-1 летающая. Бля, как победить эту залупу? Даже у меня 7-1 лет. У них броня! Бля! Я ничего не могу сделать. Как спасти карту? У них против... Бля, у них против воздушная атака. Так точно глаз. Как мне спасти мотылька? Пипец. Супер имбовый мотылек засирает мне руку еще. Я могу поменяться на шкуры. Я тебя понял. Бля, вот бы видеть еще что-то. Так, у меня летал. Блять, наконец-то я победил этого охотника вонючего. Ну я так и знал. Слава яйцам. Ну глаз было бы славно. Личинка имбуля. Че, глаз дашь, да? Дефолт мы хотим, вот этот вот. Конец близок. Ох, ё. Да ну. Да ну нафиг. Так, мне нужны артефакты. Часы имба. Это тоже имба. Твой взгляд приковала маленькая хижина. Ее цвет стал для тебя маяком в гнетущей ночной тьме. Наверняка, наверняка эта хижина положит конец своим мучениям. Можно файтинг, можно не картами. Можно я просто буду кидаться, как гамбит в него.
Что это? Лешич. В несколько шагов от хижин тебя был уготован шанс. Я не даю свои дары кому попало. Если пройдешь мое испытание, получишь почетную награду. На часах 11. Надо запомнить 11. Испытание кольца. Если в твоей колоде есть кольцевая карта, ты моментально проходишь испытание. Если испытание плавниковых. У одной из трех случайных карт должен оказаться символ амфибии. Испытание крылатых. У одной из трех случайных карт должен оказаться символ летунов. Да начнется испытание плавниковых. Есть! Ах, Никита, карта символа амфибии. Победа! Ты получишь один из моих драгоценных даров. Карты способны изменить исход игры. Тебе даже не придется искать их в колоде. Дар повелителя костей. В начале каждого раунда дается сразу 8 костей. Дар леса. В начале каждого раунда на всех ячейках владельца будут стоять пихты. Дар сорочьего ока. Когда настанет время взять новую карту, можно выбрать любую карту из своей колоды. Испытание раритета. Одна из трех случайных карт должна быть редкая карта. Угу. Испытание шкуры. Одна из трех случайных карт должна быть пушнина. Блин, у меня есть редкая карта. 3. Для Леши, здорово. Ты смог найти один дар. Может, это даже будет честный поединок. О, привет. А ты не торопился, как я вижу. Жду не дождусь новой игры. Готов играть? Блин. Надеюсь, ты хорошенько подготовился. Быть может, добавим еще одну, на всякий случай. Белкам. Так, человек к яйцам. Че он меня пугает? Че ты меня пугаешь? Бля, ну вообще лучше вот сюда сделать так. А что, бля? Что? Украл кролика.
Бля, мне не хватило. Как будто вот это хорошая карта. Ну хватит. Бля, он сейчас мои карты из... Только не ломай, бля, карты, плиз. Проклятая луна. Она привносит драматизм. Но в игре от нее никакой пользы нет. А что если... Вот теперь от нее и есть польза. Что это? Я буду против луны драться? Вправду уничтожил луну. Пожалуй, теперь тебе осталось только покончить со мной. Продолжай. Сразить Лешу. Наконец-то. Я его, кажется... Упс. Так. What the fuck?
Привет всем картежникам, с вами нет очередная распаковка карт. Сегодня я открываю набор «Собери их», и я хочу такой найти эпического... Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. Feeling real good. Казино. Ooh, what do we got here? Okay, and our first rare is a Birchkin. Берёзкин. Not exactly a viable competitive card, but hey, it's a pretty one. All right. Next pack. Feeling even better about this one. Бля, только не говорите, что мне надо было проиграть. Отвечаю, это пипец. Реально надо было проиграть? Там просто на столе было написано 11. То есть я встать из-за стола не мог. Это получается, что мне надо было проиграть, юзнуть эти часы, и что-то произошло бы правильное? I gotta say, these cards are feeling extra silky today. Шелковистые. I mean, they're so smooth. Я не понимаю, это что? Филлеры? Что это такое? Not sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands. Okay. Let's see what we got here. Some jank cards. Maybe a few additions to my draft cube. We'll see. And our rare for this pack is Bandog. Not exactly riveting so far, but we have many packs to go. Next pack, here we come. I'll just cut out this part. Mm-hmm. Ну, кстати, очень похоже на мои распаковки. Только я показываю карты. Все они... Так, ага, сейчас нам покажут, ну вот, что типа этот чел в лесу где-то заблудился или нашел какую-то магическую фигню в лесу. Ну давай дальше. Hey there, card gamers, I'm the Lucky Carter, and this is a vintage... Распаковка винтажная. Today I'm opening a few super rare old packs I snagged at a... Я когда Берсерк распаковывал, мне даже кто-то писал, типа, продай или что-то, или дай, что-то такое. I've got four packs of Inscription. You would not believe the deal I got on these. Now, not all of you will even remember this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. Блин, ну это прикольно, как будто вот этот Inscription, типа... Капец, этот чел, вот он делает игры такие мозговзрывающие. For whatever reason, they only did one set of these cards and then stopped printing them. There's not a huge market for them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. That being said, a foil Mantis God goes for a couple hundred bucks, so fingers crossed. Really cool art on these. Definitely stands the test of time. And our rare for this pack is Blue Mage. Cool looking card. But not going to be worth very much. All right. Let's see what we got going on in the second pack. This pack has been opened and resealed. Hope no one snuck the rare out of it. That would suck. Suck. Come on, people, honestly. Who opens and reseals a pack? Yeah. There's a set of coordinates on this card. Looks like they were drawn on with a pen. Он остальные не посмотрел. Сомнительно, сомнительно. Чувствуется наигранность. 49 degrees north, 123 degrees west. I think I'd have to check, but I think that's pretty nearby. No. Boop.
Alright, you guys. I'm out here. Living my best life. О нет, наушники разряжаются, ГГ. Headlamp and shovel. Always come prepared, kids. Here we go. Yeah. Okay. Whew. Getting close. I think. Assuming there is a thing to get close to. This very well may be a massive waste of. Ничего нет? Подозрительно. All right. That's why you always bring an extra battery, boys and girls. Every time. You gotta come prepared. Key? Key? Как это? Макьюментари? Alright. Выглядит крипово. And now we dig. Купаем. I give a 75% chance it's a rock. But only one way to find out. Еще более раритетные карточки. I can't believe it. There's actually something here. Что-то кассета? Дискета? УХЗ. Выглядит, как будто она бы не запустилась. What the fuck? Guys, are you seeing this? I'm a little confused. Ищет белочка. Так, никаких тут деталей нет, но только белочку вижу. А ему не проще пойти в какую-нибудь библиотеку? Я уверен, даже если я сейчас пойду в библиотеку, там будет слот для дискет. Вау, great video. Wow. Okay, time to figure out what's on this thing. Тоже только продолжить есть. Окей. Все, то есть ничего такого? Возможно, можно запустить новую игру. О, oh, what the fuck.
Я редко чувствую игроков и еще реже дарю подарки. Но ты, соискатель, воистину достоин. Забудь о манерах, смакуй. Ты чем-то недоволен? Тебя ждет приз. Ну ладно, идем со мной. Встань вон там. Лешич. Кто его тебе дал? Благодарный мерзавец. Ого. Ого, тут народу. Мы его зафоткали. Теперь он стал картой. А кто тут? Чемодан какой-то. Понимаю, можно выйти теперь в главное меню. Я прошел первую главу. Так, ну как вчера писал Давид, было будет три главы. Начать новую игру. Испокон веков миру были неведомы карты. До тех пор, пока не прибыли переписчики. У каждого из них был свой почерк для создания карт. Гримуар своим пером сочинял усопшим эпитафии. Леший своим фотоаппаратом запечатлевал зверей дикой природы. Босс своим сканером частиц копировал процессоры роботов. А Магнификус своего кистью изображал тех, кто учился у него волшебству. Сформировав карты, переписчики укрепили свою власть. Пока в один прекрасный день не появился соискатель с целью заменить одного из переписчиков. Ага. В общем, база. Этот разраб всегда делает несколько геймплейных моментов в игре. Выберите стартовую колоду, чтобы избрать свою цель. Так, ну что, Лешего-то я победил. Ваша цель — заменить Лешего и стать переписчиком зверей. Ваша цель — заменить Гримору и стать переписчиком мертвых? Ну, типа мы... Карта добавлена в вашу коллекцию. Теперь я могу менять колоды. Ага, интересно. Ё-моё. Что это? Так, где Леший? Леший тут. Два, семь, три там было. Вы забираете смердящую кучу мяса из сейфа. Так. Что это такое? Вспомнить бы.
Ну тут точно этот чел умирает. О, найс. Ящик открывается со скрипом, и внутри вы находите набор карт. Вы получили звериный набор карт. Угу. Крот, когда противник целится в пустую ячейку. Понятно. Угорь. Амфибия. Доп, когда на доске появляется угорь, владелец карты получает одну единицу энергии. Блин, какая-то энергия еще. Зеленый маг. Когда на столе появляется зеленый маг, сила этой карты равняется количеству зеленых камней на стороне ее владельца. Могильщик. Карта добавлен в вашу коллекцию. Что-то купить. У тебя часом при себе нет шкурок? Нет? Обидно. Ну я тогда принимаю файловые карты. Так, я могу продать картонки. Горностай. Типа я могу продать 5 карт и получить один пак. Как мне теперь вбить... Перестань дрожать. Единственное, чего тебе стоит бояться, так это собственной некомпетентности. Узри меня, я леший, переписчик зверей. Я бы мог посчитать твое стремление заменить меня угрозой. Не будь оно смехотворным. Мы оба желаем сражения, но для начала... Не знаю, о чем ты думаешь. Нет, это не мой легендарный фотоаппарат. Не тот, который я создавал карты зверей. Это всего лишь дубликат. Можешь взять его, чтобы снимать зверушек в лесу. Мои переписчики – старатель, рыболов и охотник. Прежде чем с тобой сразиться, они захотят увидеть твои снимки. Принеси, когда сразишь их. Хм. Что это? А, пес! Нет, нет, рыбки, нет прохода. Вы открываете сундук и находите внутри набор карт. Мотыгу мне в рот. Вот ты где, чертяка. Можешь пройти к пруду, чтоб позади меня, но черт тебя дери, сперва нам надо сразиться. Да твою ж дивизию, тебе колод надо исправить. Собери хотя бы 20 карт. Ага, ё-моё. Трэш, ну давай тебя. О, на... А чем эти плохи? Не, подожди, автозаполнение. Давай, допустим. Так, все то же самое, окей. Ты оцепенел от ужаса, величественный голос незваного переписчика зверей проник в твою голову. Не пугайся, я лишь хочу рассказать тебе о твоей колоде. Чтобы играть моими картами, необходимо кем-то пожертвовать. Переписчик заметил, что эта информация тебя не удивила. Похоже, тебе не нужно наставление, но помни, что почти любой картой можно пожертвовать. Вместо крови из них может вытечь масло или костяной мозг, но если что-то течет, в общем, ты знаешь, что делать. Угу. Почему у меня такая херня? Клубок из белок. В конце хода владельца клубок из белок перемещает в сторону, изображенную на символе, а на освобожденной ячейке появляется... Белка. Трэш. Бля, что я сделал? Поставил карту, чтобы заблочить. Гений. Угорь делится
делится единицей энергии. А это зачем? Я могу сломать карту. Ау! Угорь выныривает на поверхность. Что у меня за карты? Одни белки. Могильщик дарит своему владельцу одну кость в конце его хода. Чем дэмэдж наносить? Бля, одни белки. Белки. Победить-то? Окей, вроде победил. Чесноку, ты порвал меня, как тузи-грелку. Возьми, на халяву. Бытует мнение, что эти карты ценнее золота. Фукин трэш. Я сфоткал рыбу. Ля какая. Повесь фотографию наживки на крючок. Оп. Все. Блин, а что было бы, если я... Что было бы, если бы я проиграл? Так, 2, 7, 3. Не знаем. Рыбак. А можно мне колоду поменять? Подожди. Сдаться. Мне нужно колоду поменять. Нужно нормальную колоду. Удалить. Можно колоду с дэмэджем? Допустим. Много. Не знаю, может, ястребов много. Двух, наверное, хватит. Попробуем так. Теперь у меня хотя бы есть damage. Найс. Nice.
Блядь, теперь у меня нету. О, найс. Я победил. Теперь у меня нет нормально белок. А силовой маг не подвергается намеченной атаке другого существа. Можно пройти. Рорик. Что, мне надо поймать его? Не слишком ли жестоко? Открывая сундук, вы дотрагиваетесь до засохшей пятен крови, но внутри были два набора карт. Фиш. О, вот этот ураюлий. Думаю, чё, имбу искать. Не знаю, может же кролик вот сейчас сюда попрыгать. Падла, стой. Ах ты. Сфоткала. А он умер, что ли? Чел, не умирай. Ну все, да? А, у меня... А, я могу теперь пойти дать это... Охотник, шкурка. Или это бабка. Так, блядь, какие противные. Какие противные. Я могу убить жаб. Эй, what the fuck? Стоп. О, у меня есть кости. О, у меня есть кости. Бля. Надо было сюда ставить. Энергия дает, видимо, для каких-то других приколов. Бля. Взял, убил прикол Десмо. Что это такое? О, я могу 20 карт, больше 20 кинуть. Ого. Пока не повезет. Гей-фиш, гей-фиш. Мадафака гей-фиш. Ага. Мадафака гей-фиш. Right.
motherfucking gay fish. I'm a red fish. Ну зачем я белку поставил? Падла, конечно, лютый. Да что делать? Кто скинет дек? О, это же жук. Ты пришел чудесно. Я Гримора, переписчица мертвых. Ага, это жук. До недавних пор я оставалась опозоренной. Но кое-какие неожиданные друзья вернули мне былую славу. Если желаешь бросить мне вызов, то сперва прояви смекалку. Ты должен понять, где находится надгробие моих любимых гулей. Нашли обломок эпитафии. Надпись «Съеден голодным псом». Угу. Не, ну. Ну и что делать? Типа тоже все. Ти, кто такой? Я уже собирался все туда бросить. Наконец-то заявился соискатель. И мне снова надо работать. Я достаю этот мост через... Говорю сразу. Я дострою этот мост не раньше, чем ты одолеешь одного из переписчиков. Так что вернись попозже. Он. Motherfucking gay fish. Motherfucking gay fish. О нет, о нет. Не смотри на меня. Не рычи и не обнюхай меня, умоляю. Если хочешь сразиться, то пожалуйста, давай по-быстрому. Я какой-то ультраслабый. О, fucking fuck. Я не понимаю. Вы нашли обломок эпитафии. Надпись. Не держит обиду. Что-то купить. Упс. Блин, а можно мне нормальную деку? Я вообще деки делать не мастер. Ну сейчас проверим. Вот давай проверим. Вот сейчас давай проверим. Motherfucking gay fish. Gay fish. Yeah. I'm a rock fish. Yo. Motherfucking gay fish. Кстати, за энергию интересно. Как вот это парашу выносить, я не понимаю. У меня есть копатель онлайн. Thank you.
бум. Что мне дали? Что мне положили в колоду? Я не понимаю. У меня нихуя нет. Что у меня в колоде? Чем мне уничтожать это? Я не понимаю. Парящая ведьма атакует противников напрямую, даже если напротив есть препятствие. А, окей, понял. Я не понимаю. Какая-то херня. Ничего не дамажит. Вот единственное, что дамажит. Окей, Крот показался сильным.